Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A33 добавить фото контакту. Для этого открываем наш телефон, переходим в контакты, выбираем контакт, в котором мы хотим добавить фотографию, затем нажимаем «Изменить контакт», затем нажимаем по иконке фотоаппарата, чтобы добавить ему фотографию. Перед нами открывается опция «Сфотографировать» или же сделать, выбрать уже готовое фото. Давайте выберем фото. Выбираем наше фото. Затем его обрезаем. И нажимаем «Готово». И затем «Сохранить». И как вы видите, фотография добавлена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.